Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 8, Text 15, right? Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, шестую песнь, восьмую главу, текст 15. Правильно? Свадангштрайонитадаровараха. Рамо дрикутеш вата виправасе. Рамо дрикутеш вата виправасо. Салакшмановьяд баратаграджосман. Салакшмановьяд баратаграджосман. Ракшатвасо мадвани ягнакалпа. Ракшатвасо мадвани ягнакалпа. Свадам штрайон нитадаро вараха. Свадам штрайон нитадаро вараха. Рамодри кутеш ватавит правасе. Рамо дрикутеш атавиправасе. Салакшмано яд баратаграджосман. Салакшмано яд баратаграджосман. Ракшавасо мадвани ягнакалпа. Ракшатвасо мадвани ягнакалпа. Свадам штрайон нитадаро вара. Свадам штрайон нитадаро вара. Рамо дрикутеш вата виправасе. Рамо дрикутеш вата виправасе. Салакшмано вьяд баратаграджосман. Салакшмано вьяд баратаграджосман. Okay. Do we have others read, or will I just read the word meaning? Jyotish Maharaj, can we see your face? Could you please? Yeah. Okay. I'm just. I have to move it to look at something. Do I read the word meaning, or do we have other people to chant the verse? No, no other people. Just yourself. Okay. Rakshatu, may the Lord protect. Пусть защитит. Asau, that. Он, Господь. Ma, me. Меня. Advani, on the street. В пути. Yagnakalpa. Hare Krishna. Yagyakalpa. Who is ascertained by performance of ritualistic ceremonies. Постижимый с помощью жертвоприношений. Свадамстрая, by his own task. Своим клыком. Уннита, raising. Поднято. Дара, the planet Earth. Тот, кем земля. Вараха, the Lord Boar. Господь Вепрь. Рама, Lord Rama. Господь Рама. Адрикутешу, on the summits of the mountains. На горных вершинах. Ата, then. Также. Виправасе, in foreign countries. В чужой стране. Салакшмана, with his brother Лакшман. Со своим братом Лакшманой. Авьят
May he protect. Пусть защитит. Bharat Agraja, the elder brother of Maharaj Bharat. Старший брат Махараджи Бхараты. Us. Asman, us. Меня. Okay. And then translation. The supreme, indestructible Lord is ascertained through the performance of ritualistic sacrifices and is therefore known as Yagneshwara. In his incarnation as Lord Boar, he raised the planet Earth from the water at the bottom of the universe and kept it on his pointed tusks. May that Lord protect me from rogues on the street. May Parasurama protect me on the tops of mountains. And may the elder brother of Bharat, Lord Ramachandra, along with his brother Lakshman, protect me in foreign countries. Перевод. Нетленного Верховного Господа величают Ягешварой, ибо его можно познать, совершая ведические жертвенные обряды. Явившись в образе вепря, он поднял землю со дна Вселенского океана и держал ее на своих острых клыках. Пусть же этот Господь Ягешвара убережет меня в пути от встречи с разбойниками. На вершинах гор да пребуду я под защитой Господа Парашурамы, а в чужих краях пусть хранит меня старший брат Бхараты, Господь Рамачандра, вместе со своим братом Лакшманой. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. There are three Ramas. One Rama is Parasurama, Jamadagnya. Another Rama is Lord Ramachandra, and a third Rama is Lord Balaram. In this verse, the word Ramodrikuteshvata indicates Lord Parasurama, the brother of Bharat Maharaj and Lakshmana, is Lord Ramachandra. Комментарий о божественной милости Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Известно, что имя Рама носили три воплощения Господа: Парашурама, Джамадагния, Господь Рамачандра и Господь Баларама. В этом стихе слово «Рама Дрикутешватха» относится к Господу Парашураме, а Господь Рамачандра упоминается здесь как брат Бхараты и Лакшмана. Омма гьяна тимарандасья гьянанджана шалакая чаксурун милитан йена тасмай шри гураве намаха. Нама ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутале Шримати Бхактивиданта Свамините Намине. Намасте Сарасвати Деви Коравани Пречарине Нирвисеша Шуньявади Пасчатя Дешатарине. Ванча Каупатарубьясча Крипа Синду Баевача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гор Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. All right, so this is part of the Narayana Kavacha, which is the mantra given by the priest of the demigods. Итак, то, что мы читаем, это часть Нараяна Кавачи мантры, которая была дана священнослужителем полубогов, жрецом полубогов. Right, we know that Твашта. Твашта. Твашта was the father, right? Твашта. Это отец, да? And the son was? А имя сына?
Vishwarup. Vishwarup, right. So Vishwarup had given the mantra, the Narayana Kavacha mantra, to the demigods, Indra in particular, that would protect them from the demons. Итак, Вишварупа дал Нараяна Кавача мантру полубогам, в частности Индре, с тем, чтобы она защищала их. Of course, the demigod, the story is that the demigods, along headed by Indra, had been offensive towards their spiritual teacher Brihaspati, and so Brihaspati left them. He just went away. And when they realized that they'd offended Brihaspati, then they went looking for him, but they couldn't find him anywhere, and they had no guru anymore. Конечно, история такая, что когда Брихаспати был оскорблен, полубоги во главе с Индой отправились к Брихаспати, потому что они оскорбили его, и Брихаспати их покинул. Они отправились в поиски и осознали, что его нигде нет. И так они остались без гуру. When we say guru, it's more like family priest, I think, rather than actually spiritual master, because the guidance is given more for their material benefit than for their spiritual benefit. Когда в этом контексте мы говорим «гуру», мы имеем в виду семейного жреца, нежели духовного учителя, потому что руководство, которое дает такой семейный жрец, больше направлено на удовлетворение материальных целей. So they had no guru, and they had no priest, and they went to Lord Brahma, and Lord Brahma chastised them and told them, yes, you were very foolish, you didn't take care of Brihaspati, who was actually your priest, and so he left you, and now you're in trouble. He said you need to, and that's why the demons could defeat the demigods. Итак, они остались без гуру, без жреца и отправились к господу Браме. Тот отругал их, назвал их глупцами, сказал, что они абсолютно не позаботились о своем духовном наставнике Брихаспати, о своем жреце, поэтому он их покинул, и поэтому у них сейчас проблемы в том, что они могут быть что демоны могут их победить. So we see it's not always the demigods are victorious over the demons. Sometimes the demons also are they conquer over the demigods. And certainly when they didn't have the favor of Brihaspati, then they were in big trouble. То есть в данном случае мы видим, что не всегда полубоги одерживают победу над демонами. Иногда демоны побеждают. Конечно же, в данном случае это произошло, поскольку у полубогов не было благосклонности их духовного наставника, поэтому у них возникли проблемы. The demons, on the other hand, had been very careful to follow the instructions of their guru, Sukracharya. And because they had faith in the instructions of their guru, they came out victorious over the demigods. Демоны же, с другой стороны, очень рьяно, тщательно следовали наставлениям своего духовного наставника Шукрачарьи. Они имели такую глубокую веру в его наставление, что победа оказалась на их стороне. So then the demigods sought out the help of Lord Brahma, and Lord Brahma told them, you need to get a guru. So he suggested to them that they could approach Vishwarup, who was the son of Tvasta. Полубоги искали помощи у господа Брамы, и тот сказал им, что им необходимо обратиться к Вишварупе, сыну Твашты. But there was a problem, however. Lord Brahma warned them that Vishwarup, that he's mixed blood, that the father is from the demigods, but the mother is from the side of the demons. So he's partial both to the demigods and to the demons. Но Господь Брама предупредил их о том, что существует в этой ситуации одна проблема, то, что Вишварупа, он человек со смешанной кровью, его отец является предком полубогов, произошел от полубогов, а мать произошла от демонов, поэтому он частично на стороне полубогов и частично на стороне демонов.
Anyway, that point will come out later in the story. You're not up to that point yet. At this point, Vishwarup is giving help to the demigods. He agreed to become their priest, and he helped them by giving them this Narayana Kavacha mantra for their protection. Эти детали всплывут позже, мы пока до них не дошли. Но в данном случае Вишварупа оказывает помощь полубогам, он соглашается им помочь и дает им Нараяна Кавачу мантру для их защиты. Protection is one of the 10 items which are discussed in the Srimad Bhagavatam, which is mentioned at the end of the second canto, after the Chatursloki Bhagavatam in the 9th chapter. Then the beginning of the 10th chapter of the second canto begins with the 10 topics which are explained in Srimad Bhagavatam. Защита Господа – это одна из 10 тем, которые описываются в Шримад Бхагаватам. Она дается в конце второй песни, после Чатуршлоки в 9 главе. Также она, с нее начинается 10 песнь. So protection is something which at this particular time we're all particularly conscious, and I would imagine, especially those of you who are living over in that region in Eastern Europe with Russia and Ukraine at loggerheads. So there's so much danger. So naturally we will think about protection. Защита Господа – это то, что особенно беспокоит нас, то, о чем мы очень заботимся в эти именно дни, особенно те из вас, кто проживает в регионе Восточной Европы, где разворачивается конфликт России и Украины. Очень опасная ситуация. And we do see examples of the Lord giving protection to his devotees throughout the Srimad Bhagavatam. И на страницах Шримад Бхагавата мы видим, как Господь дает свою защиту своим преданным. We have the example of Maharaj Parikshit in the womb and how Ashwatthama threw the Brahmastra weapon, but the Lord came and covered the womb and protected the womb. Мы видим пример Махараджи Парикшиты, который был спасен, находясь в утробе матери, когда Ашватхама бросил свое оружие в сторону матери, Господь защитил ее, его. Or, and sometimes it's explained, the Brahmastra weapon actually burned the body of the child, but the Lord replaced that body with another body. Иногда дается такое объяснение, что Брамастра, которое отправила Ашватхама, на самом деле уничтожила этого ребенка в утробе, но Господь сделал так, что заменил тело умершего ребенка на живого. And we see, I think the seventh canto, the subtitle of the seventh canto is protection, posanam. And we see in the seventh canto how Prahlad Maharaj faced so many dangers. He endured so many difficulties, his father trying to kill him in so many ways, but Prahlad was never harmed. Или в седьмой песне, также которая называется «Защита Господа», также рассказывается о Прохладе Махараджи, который прошел через множество опасных ситуаций, сложностей в связи с тем, что отец пытался уничтожить его, но ему не удалось нанести ему никакого вреда. So as devotees, we do think about our own protection, and that's natural. And one of the items of surrender, there are 6 items of surrender, and one of the items is to know that only Krishna can protect us. Преданные естественным образом думают о собственной защите. Это естественно. И существует 6 пунктов, 6 признаков предания Господу. И один из них – это считать, что только Кришна, исключительно Кришна защитит меня. 6 items are mentioned in the Chaitanya Charitamrita, and then they come again in the purport of the Bhagavad Gita, in the 18th chapter, verse 66, in the purport there. Prabhupada describes the 6 items of surrender. 6 признаков предания Господу описывается и в Чайтанья Чаритамрите, и позже в комментариях в Бхагавад-гите, 18 главе, 66 стихе, а также Шрила Прабхупада затем в комментариях описывает эти 6 признаков. Anukuyasya sankalpa, pratikuyasya varjanam,
Rakshishati sti vishvaksho gopret prevaranam tata atmanakshinma karpanye sadvada sharanagati. The six items: to accept everything which is favorable to devotional service and reject everything which is not favorable. Принимать все, что благоприятно для преданного служения, и отвергать все то, что неблагоприятно. And then to know that only Krishna can Krishna maintains us and Krishna protects us. Следующий пункт – это знать, что исключительно Кришна поддерживает и защищает нас. And then the others are always to be meek and humble and to have no desire other than Krishna's desire. Следующий – всегда быть смиренным и понимать, что у меня нет желаний, и нужно удовлетворять лишь желания Господа. So surrendered devotees are confident in the protection of Lord Krishna. Lord Krishna himself has described in the Bhagavad Gita where he told Arjuna, Kunti apriti janihi nami bhakta pranashati. Lord Krishna told Arjuna, declare it boldly, O Arjuna, my devotee never perishes. Преданный всегда уверен в том, что его защитит Господь. И Кришна описывает это в Бхагавад-гите, когда говорит о Арджуне, о том, что Арджуна смело утверждает о том, что мой преданный никогда не погибнет. But at the same time, we have to understand that we're simply instruments in the hands of Krishna, and we don't know what is Krishna's plan for us. Но одновременно с этим нам необходимо осознавать, что мы являемся лишь инструментами в руках Кришны, и нам никогда неизвестен полный план Кришны. I myself, I felt very pained in my heart when I saw wonderful devotees, very senior devotees in the Krishna consciousness movement leave the world. And some of them left the world untimely, unexpectedly. Я сам лично чувствую огромную боль в своем сердце, когда вижу, как преданные, прекрасные, старшие преданные, которые находятся долго в движении сознания Кришны, покидают этот мир, покидают его раньше времени, неожиданно. It was certainly surprising to me when Srila Prabhupada departed from the world, because I was convinced that Srila Prabhupada is not going to leave the world yet. He has to complete the Srimad Bhagavatam. Конечно же, я был очень неожиданно поражен и удивлен, когда Шрила Прабхупада покинул этот мир, потому что я лично был убежден, что он еще пока не время покидать для него, потому что ему необходимо закончить Шримад Бхагаватам. So when Srila Prabhupada left the world, does it mean Krishna was not protecting him? No, we have to understand the Lord has a greater plan. Когда Шрила Прабхупада покинул этот мир, нужно ли это понимать так, что Кришна не позаботился о нем, не защитил его? Нет. Это означает, что у Кришны был более великий план насчет Шрилы Прабхупады. So, I'm thinking about protection here, because this is the kavacha. Kavacha is like a shield, like an armor, which is covering, which is protecting the devotee from all inauspiciousness. Я сейчас думаю о защите, поскольку слово кавача обозначает щит, то орудие, которое защищает преданных от всего неблагоприятного. Does it mean we should all recite this Narayana Kavacha for our protection? Well, there's no harm. I remember devotees reciting this one time. We had a very unfortunate incident take place in one of our temples in India, and it was a serious problem, and devotees were in danger. So many of them were reciting this Narayana Kavacha every day.
Нужно ли нам теперь повторять эту Нараяна Кавачу для того, чтобы защитить себя? Ну, в этом нет никакого вреда. Помню, был случай, ситуация, когда преданным грозила большая угроза. Был случай такой в храме в Индии, и у преданных были серьезные проблемы, они были в опасности, и многие из них повторяли эту Нараяна Кавачу. And I remember in the very early years of our Krishna conscious society, and that means like 1970-71, Srila Prabhupada was very ill, and the devotees asked Prabhupada what could they do to pray for him, to protect him and help him recover. So Srila Prabhupada gave us the Nrisinga mantra to sing. We sing, you know, from the Dasa Avatar Stotra, Namaste Narasimha, like that. We sing the Nrisinga song to Lord Nrisingadeva, and Prabhupada told us we could put the picture of Lord Nrisingadeva on the altar. And he said every day after you do Aarti and Kirtan, you could sing this Nrisinga Stotra, and it would protect the devotees and the movement, and would protect also the Prabhupada also. Помню, в ранние годы нашего общества, это значит 70-й, 71-й год, Шрила Прабхупада очень болел, и преданные у него спрашивали: «Прабхупада, что мы можем сделать для того, чтобы как-то вас защитить, чтобы вы выздоровели побыстрее?» Шрила Прабхупада тогда дал нам Нрисимха мантру. И мы поем это «Намасте Нрисимхая», мы поем, и Шрила Прабхупада также сказал установить фотографию, изображение поставить на алтари и петь эту мантру после арати, после киртана, вот эту Нрисимха стотру, которая позволит защитить и преданных, и движение, и Шрилу Прабхупаду. After Srila Prabhupada's departure, there was a serious incident took place here in Mayapur. Our temple was attacked by some dacoits who came. They wanted to steal the deity because they thought the deity was actually gold. And they came with guns. And one devotee even lost a leg at that time. They'd thrown a bomb and knocked off a devotee's leg. So at that time, it was decided that to protect our temple more, we should install the deity of Lord Nrisingadeva. После ухода Шрилы Прабхупады произошла серия случаев, связанных с разбойниками, которые нападали на наш храм. Они хотели украсть божества, потому что считали, что эти божества золотые. И один преданный даже пострадал, потерял ногу, потому что они пришли с оружием, взорвали там одну бомбу. И в то время было принято решение для защиты храма установить божество Господа Нрисимхадева. What is important for us? Of course, we cannot, not everybody can install the deity of Lord Nrisingadeva in their home and do puja. But if you want, you could do it mentally. In your mind, you can pray to Lord Nrisingadeva. It's also very nice. There's no difference between worshiping the Lord directly and worshiping the Lord in your mind. Что же нам делать? То, что для нас важно, это то, что, конечно, не у всех получится установить божество Господа Нрисимхадева у себя дома. Можно делать это ментально, поклоняться и возносить молитву Господу Нрисимхадеву в уме, потому что нет разницы между фактическим прямым поклонением и поклонением в уме. We should appreciate that the Supreme Lord is Bhavagrahi, that he appreciates the sentiment of the devotee. It's not just the paraphernalia, but it's the sentiment, it's the mood of the devotee and how they absorb their mind in thinking of the Lord and worshiping him and praying to him. Мы должны признавать то, что Господь является Бхаваграхи, то есть для Него важны не просто параферналии, которые мы Ему предлагаем, но настроение, в котором мы совершаем служение, поклонение, наши сентименты, чувства, то, как наш ум погружен в само это поклонение. And then what should we be praying for when we're praying to the Lord? We simply ask Him to protect us. What does this protection mean?
We know, of course, the material body is doomed to destruction, that one day it has to die, sooner or later. We're all going to leave the world because the material body is temporary. Когда мы молим Господа, о чем мы его молим? Мы его молим о защите, просим об этом. А что такое защита? Конечно же, мы знаем, что материальное тело наше обречено на разрушение. Мы все умрем раньше или позже. Мы все покинем этот материальный мир, поскольку это материальное тело временно. So we see the example of Maharaj Parikshit, who was cursed to die in 7 days. So he did not pray that, oh, protect me, don't let me die. He prayed to all the devotees and the Brahmins present. He prayed to everyone. I pray that you will all chant the holy name of the Lord at the time of my death, so that when I do have to leave the body, I will be able to hear the holy name of the Lord. Мы видим пример Махараджи Парикшита, который был проклят уйти из жизни в течение 7 дней. И он не молил Господа о том, чтобы тот его защитил, чтобы защитил его от смерти. О чем он молил? Он молил Господа о том, чтобы все, кто присутствует там, воспевали святые имена Господа в момент его ухода, с тем, чтобы пока он находится в этом теле, он мог слышать святые имена Господа. When Lord Krishna said, my devotee will never perish, we should understand that, of course, one day we're going to die. He can't say it. We have to die. That's the law of nature. But perish means that we won't lose our Krishna consciousness. Whatever consciousness of Krishna we have, we will keep that with us. And we will go on from that point in the next life. Когда Кришна говорит о том, что, смело заявляя о том, что мой преданный никогда не погибнет, мы должны это понимать так, что не то, что мы не погибнем физически, мы все умрем, это таков закон природы. Не погибнем означает, что мы не потеряем свое сознание Кришны. Все, что мы наработали, останется с нами, перейдет с нами в следующую жизнь. Just a month or two ago, one of our God brothers, very senior devotee, he left his body in the USA. He found out that he had terminal cancer at stage 4. And so he wrote to the devotees and he prayed. He said, don't pray for my recovery. He said, just pray that I will always be in Krishna consciousness, that I will never forget Krishna. Пару месяцев назад мой духовный брат, один из старших преданных в Соединенных Штатах, обнаружил то, что у него последняя стадия онкологии. И он писал преданным о том, что, пожалуйста, не молитесь о моем восстановлении здоровья, выздоровлении. Молитесь о том, чтобы я всегда оставался в сознании Кришны, чтобы никогда не забывал. So this Narayana Kavacha mantra is meant to help us to fix our mind more on the Lord and his different forms and remember his different qualities. Поэтому эта мантра Нараяна Кавача предназначена для того, чтобы она помогала нам утвердить наш ум, сосредоточить наш ум на Господе, на его бесчисленных формах и на качествах. So in the verse which we've read today, we were hearing about different forms of the Lord, particularly that the Lord is known as Yagneshwara, that he is understood through the performance of ritualistic sacrifices. В этом стихе, который мы сегодня читаем, приводятся примеры различных воплощений Господа, и одно из его имен и воплощений – Ягешвара, тот, которого можно познать, совершая ведические жертвенные обряды. So in the Kali-Yuga there's only one Yagya, and that is in the Yuga-Dharma. Kali-Yuga-Dharma Harinam Sankirtan. That is the real Yagna in the Kali Yuga, to perform the Sankirtan, the chanting of the holy names. В Кали-Югу существует единственная Ягья, Юга-Дхарма этого века, это Харинама Санкиртана. Это и есть истинная, реальная Ягья, воспевание святых имен Господа. Srila Prabhupada told us when he was a child, he remembered
how they were bombing Calcutta during the must have been Second World War. And so Prabhupada said he would sit under the table in the house. He would sit under the table and chant Hare Krishna mantra. Шрила Прабхупада вспоминал, когда он, будучи ребенком, видел бомбежку в Калькутте, это была Вторая мировая война, и, будучи ребенком, он сидел, садился под стол в доме и воспевал Хари Кришна Махамантру. And in Srila Prabhupada's time, sometimes there were threat of war, and that it was coming from the, like the Soviet-American conflict, the, you know, the relationship between the US and the USSR. There was a threat of war, and they asked Prabhupada, what will we do if there's a war? And Prabhupada said, we will simply chant Hare Krishna. Во времена Шрилы Прабхупады постоянно возникала вот эта угроза войны между Советским Союзом и Америкой ввиду их конфликтных отношений. И Шрилу Прабхупаду, когда спрашивали, что нам делать, если разразится эта война, Шрила Прабхупада отвечал, будем воспевать Hare Krishna. Chanting of the holy name is the safest place in the material world. Material world, there is danger in every step, at every moment, in every place. Воспевание святых имен – это самое безопасное место, которое мы можем найти в этом материальном мире, поскольку здесь опасность подстерегает нас на каждом шагу, в каждом моменте, в каждом месте. In the very beginning of our movement, 1966-67, Srila Prabhupada's health was having some difficulty, and the devotees took him to a hospital. And this was in New York. And the devotees, they saw the doctor come with this huge, big needle. And they, you know, they put this needle into Prabhupada. So one of the devotees, she asked Prabhupada, afterwards, she said, Prabhupada, was it very painful? And Srila Prabhupada looked at her and he quoted a nice verse from the scriptures. В начале нашего движения, 66-67 годы, у Шрилы Прабхупады было не очень хорошо со здоровьем, и преданные повезли его в больницу. Это было в Нью-Йорке. Одна преданная увидела, как врач несет шприц с большущей иглой, поставила ему укол и спросила затем у Шрилы Прабхупады, это преданная, Шрила Прабхупада, вам было очень больно. Шрила Прабхупада посмотрел на нее и процитировал известный стих. Самашритае падапалафавам махатпатам паньяяшомарари бавам будхир ватсападам парампадам тадвипадам натешам. That the devotee who has accepted the shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, then for him, the ocean of material existence becomes insignificant. It's reduced to the amount of water in the hoof print of a calf. Этот стих говорит о том, что преданный, который принял прибежище у лотосных стоп Мукунды, дарующего освобождение, для этого преданного океан материального существования съеживается до размеров лужицы, оставшейся от следа копытца теленка. And the verse continues that his destination is to go to the supreme abode of the Lord and not to that place where there's simply danger in every step. So the material world is described like that. That is a place where there's simply danger in every step. Этот стих продолжает словами о том, что такой преданный отправляется в высшую обитель Господа, там, где нет абсолютно опасностей, которые подстерегают его на каждом шагу, потому что опасность — это характеристика, это признак именно материального мира. So as devotees, all of us, we should be very convinced that this world is not our real home. We don't belong here. Our real home is with Krishna. And the goal of life is to get out of this world and go back to be with Krishna. Преданные все мы должны быть убеждены, что этот материальный мир – это не наш истинный дом. Мы принадлежим другому миру, и мы должны быть вместе с Кришной. И наша цель жизни – это выбраться отсюда.
So Srimad Bhagavatam tells us that those who have purified intelligence, they will engage in the Sankirtan movement. They will do that yagya for the pleasure of the Supreme Lord. Шрила Прабхупада говорит о том, что те, кто обладает очищенным разумом, примут движение Санкиртаны и будут совершать исключительно эту яги, воспевание святых имен. We want to also take shelter of the Sankirtan movement, the chanting of the holy names. When we're in anxiety, when there's problems, there's nothing else to do but to reach out, to call the holy name, to chant the holy name loudly. Мы все хотим принять прибежище именно в движении Санкиртаны, в воспевании святых имен. Испытываем ли мы беспокойство? Испытываем ли мы какие-то проблемы? Нам ничего не остается, как взывать святым именам Господа громко. In the times of Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, there was one rascal, Babaji, and he was preaching to people that we shouldn't chant the holy name of the Lord out loud. We should chant only silently in our mind. Во времена Бхактивинода Такура и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура был один негодяй Бабаджи, который проповедовал и говорил людям о том, что не нужно воспевать святые имена Господа громко, нужно это делать исключительно в уме. And this Babaji, so-called Babaji, he actually made his own mantra, and he told all of his followers, you want to sing loud, you sing this mantra. And he'd made up a mantra himself, which was just nonsense. And it broke all the rules of mantras. It was against all the principles of RAS. И этот так называемый Бабаджи выдумал собственную мантру и своим последователям сказал, что если хотите воспевать громко, воспевайте вот эту вот мантру, которая являлась полным нонсенсом. И она была составлена в противоречия всем правилам и принципам. So this Babaji, somehow he had influence over people, and many people followed him, and they began to chant the mantra which he'd given them. And they stopped chanting the Hare Krishna mantra loudly, and they would just chant in their minds. И этот Бабаджи имел огромное влияние на людей, и у него было множество последователей, которые начали воспевать его мантру и перестали петь мантру Хари Кришна громко. So it was Om Vishnupad Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. He took this Babaji to task and he exposed all the defects in his philosophy and in his mythology that is all wrong. It's not shastric. И Бхактивинода Такур вывел этого так называемого Бабаджи на чистую воду. Он разгромил его философию, так называемую, показал, что вся его философия и методология расходятся с шастрами. And he quoted from Rupa Goswami's Chaitanya Astikam. In the Chaitanya Astikam, he describes there how Lord Chaitanya Mahaprabhu would loudly chant the holy names of Lord Krishna. И он приводит цитату Рупа Госвами из Читания Аштакам, где Рупа Госвами говорит о том, что Господь Читания Махапрабху громко повторял святые имена Господа Кришны. Rupa Goswami was a direct disciple of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he had witnessed Chaitanya Mahaprabhu's activities. He had observed how he would chant the holy name. Рупа Госвами – это был непосредственный ученик Шри Чайтаньи Махапрабху, свидетель его деяний, и он наблюдал за тем, как воспевает Господь Чайтанья святые имена. And he did not chant the name in his mind. He loudly chanted the holy name. It came out from his mouth loudly. Господь Чайтанья не воспевал святые имена в своем уме, он воспевал их громко своим ртом. And Srila Prabhupada used to tell us the same thing. He said, the louder you chant, the more powerful it becomes. Srila Prabhupada говорил нам то же самое. Чем громче вы воспеваете, тем более могущественной становится мантра. And
we can feel the potency of the holy name. This yagya, this is the real yagya in this Kali Yuga, the chanting of the holy name. And we can feel the effect, the purification, how our mind will become peaceful, how we will conquer over the material thoughts which may come into our mind simply by taking shelter of the holy name of Lord Krishna. И мы чувствуем это могущество святого имени, поскольку именно воспевание является ягией в Кали-югу, мы чувствуем ее эффект, очищающий на себе. Мы чувствуем, как наш ум становится более умиротворенным, что воспевание побеждает материальные мысли, которые приходят нам, поскольку мы обретаем и ищем прибежище у святых имен Господа Кришны. And then the verse continues, it goes on to speak about Lord Varaha. How Lord Varaha picked up the earth planet from the bottom of the universe with the help of his tusks. Затем в стихе продолжается описание форм Господа, описывается Господь Вараха, который поднял землю со дна материальной вселенной и поднял ее с помощью своих клыков. So the appearance of Lord Brahma, Lord Varaha is described in Srimad Bhagavatam, how Lord Varaha actually appeared from the nostril of Lord Brahma. And after coming from the nostril of Lord Brahma, then he grew to a huge size. And then he dove into the bottom of the Garbhodak ocean and picked up the earth planet. Явление Господа Варахи описывается в Шримад Бхагаватам, как он явился из ноздри Господа Брамы, затем он вырос до неимоверных размеров, спустился в район, где находится океан Гарбадхака, и поднял землю со дна. Acharya has described to us, actually, there are two Varahas, that one Varaha picked up the earth planet, and the other Varaha fought with Hiranyaksha and killed Hiranyaksha. But they're amalgamated, they're made into one pastime in Srimad Bhagavatam. Ачарьи говорят о том, что было два Варахадева. Один — это тот, кто поднял землю, а второй — тот, кто сражался с Хираньякшей. Но оба эти деяния описаны как одна лила. That the Supreme Lord can take the form of a boar is very wonderful, because we consider often material understandings, we think of boars as very dirty, very disgusting creatures, we want to keep away from them. But we see the Lord himself can take the form of a boar for the purpose of his own pastimes. Верховный Господь может принять любую форму, в том числе форму вепря. И это удивительно, поскольку здесь, согласно материальным представлениям, мы считаем этих существ, вепрей, грязными, противными существами, от которых нужно держаться подальше. Но Господь принимает форму вепря для того, чтобы явить свои лилы. One of the BBT artists who were painting the pictures of the different incarnations of the Lord, she wrote to Prabhupada, that Prabhupada, I'm a bit puzzled about how I can paint the Lord in the form of a boar, because we don't think of boars as very beautiful, but we know that the Lord, he's always very beautiful. Одна из художниц BBT, которая рисовала различные изображения воплощения Господа, написала Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада, я вот сейчас в таком растерянности, поскольку не знаю, как мне нарисовать Господа в форме вепря. Ведь мы представляем себе вепри как не очень привлекательных существ, тогда как мы знаем, что Господь всегда невероятно красив. So Шрила Прабхупада replied to the artist and told them, yes, you're right. The Lord is always beautiful, even in the form of the boar. So please, you do your best. И Шрила Прабхупада ответил этой художнице: да, ты права, Господь всегда великолепен и прекрасен, даже будучи находясь в форме вепря. Поэтому сделай лучшее, на что способна. But still sometimes people, ordinary people who are not familiar with the Lord in the form of a boar, when they see the illustration of the boar fighting with the Hiranyaksha, they think the boar is the demon, and they think Hiranyaksha, he must be the good person because he has a human-like form.
Иногда обыкновенные люди, которые не знакомы с воплощением Господа в форме вепря, когда видят изображение, как Господь вепрь сражается с Хираньякшей, думают, что вот этот вепрь, он демон, а вот этот Хираньякша, поскольку он в человеческой форме, должно быть хороший человек. So this is the conditioning of materialistic people that they think anyone in the human form must be good and something else in the form of an animal must be bad. Это и есть обусловленность материалистичных людей, которые считают, что тот, кто в человеческой форме находится, он хорош, тот, кто в животной, плох. Anyway, the verse continues that may that Lord Varaha, protect me from rogues on the street. В этом стихе продолжается описание, говорится о том, что пусть этот Господь убережет меня на пути от встречи с разбойниками. That's definitely a problem, that everywhere in the world you can find rogues on the street. It's very easy to be a victim, to be robbed on the street. We have to be very careful. Это реальная проблема, поскольку куда бы вы ни поехали, разбойники могут поджидать нас везде. Мы везде можем стать их жертвой, можем быть обкраденными. Certainly with this pandemic situation and a lot of people out of work, the crime rate is increasing a lot. People are desperate and many are taking to crime. And it's certainly dangerous to be out on the streets because there are many rogues. В условиях пандемии очень многие люди потеряли свою работу, и многие сейчас находятся в таком отчаянном положении, что готовы идти на все. В связи с этим уровень преступности повышается, и поэтому реально становится очень опасно находиться просто на улице, поскольку там могут быть разбойники. So how to overcome this? We take shelter, we can pray to Lord Varaha, that he, you know, think of him, and he can give us shelter, he can protect us. In every situation, we want to remember the Lord. И что мы можем сделать в связи с этим? Мы можем искать прибежище у Господа в Арахе, мы можем молить Его о том, чтобы Он дал нам свое прибежище. То есть в каждом положении, в какой бы мы ситуации ни находились, мы молим именно Господа. And then the verse continues, may Lord Parashurama protect me on the tops of mountains. Затем в этом стихе говорится о том, что пусть Господь Парашурама защитит меня на вершинах гор. Parashurama is the son of Jamadagni. And Parashurama, of course, he's one of the avatars of the Lord. He's in Jayadeva Goswami's Dasa Avatar Stotra, he's included Parashuram there as one of the avatars. Парашурама является сыном Джамадагни. Парашурама — это одна из аватар Господа, которую описывает Джайдева Госвами. Yeah. We see in Ramayana it's described how Parashurama came before Lord Rama and tested Lord Rama. After Lord Rama had broken the bow of Lord Shiva, Parashurama was quite disturbed and he came with the bow of Lord Vishnu and challenged Lord Rama. Мы видим, как в Рамаяне описывается, что Парашурама явился до Господа Рамы для того, чтобы проверить его. И когда он увидел, что Господь Рама сломал лук Господа Шивы, он явился перед ним с луком Господа Вишну. And of course he gave the bow to Lord Rama, and Lord Rama, he's also Vishnu, so he took up the bow and he bent the bow, and then Parashurama offered his obeisances to Lord Rama. И затем Господь Парашурама приносит свои поклоны Господу Раме, который не отличен от Господа Вишну. Because he could by seeing Lord Rama hold that bow of Lord Vishnu, he understood the identity of Lord Rama. Initially, he was thinking Lord Rama was just an ordinary person. But then when he gave him the bow of Lord Vishnu, he understood he is actually Vishnu himself. Изначально, когда он увидел Господа Раму, он подумал, что это обыкновенный человек, но затем, увидев его лук, он понял, что это личность не отлична от Господа. Another interesting pastime involving Parashurama is described that
At one point, his father, Jamadagni, told him that he should kill his mother. Другая лила, связанная с Парашурамой, описывает то, что его отец, Джамадагни, однажды попросил Парашураму убить его мать. Джамадагни's wife had gone one day to collect some water from the river, and while she was there, somehow she saw the reflection of the sun god, and she was thinking how attractive, how good-looking the sun god was. Однажды жена Джамадагни пошла набрать воды из реки и увидела в воде отражение Господа, полубога солнца. И она подумала, насколько же он красив, как он привлекателен. And Jamadagni, somehow he was able to understand the thinking of his wife, and therefore he understood that she's been unfaithful, she's been unchaste in a subtle manner, but unchaste. And so he told his oldest son, your mother was unfaithful, unchaste, you should kill her. So the oldest son refused. Джамадагни прочитал эти мысли своей жены и сказал, подумал, что она не целомудрена, она изменила, предала его тонким образом, но тем не менее, и попросил своего старшего сына убить ее. Тот отказался. So then he told second son that he should kill his mother, but he also refused. Он обратился ко второму сыну с той же просьбой, но тот тоже отказался. And Parasuram was the youngest son, and he told Parasuram, kill your mother, kill your brothers also. И тогда он обратился к младшему из сыновей Парашураме и сказал, убей свою мать и братьев тоже. So Parasurama took his axe and he chopped off the heads of all three of them. And the father was very pleased. Парашурама берет свой топор и отрубает головы всех, и братьев, и матери, и Джамадагни был очень этим доволен. And his father said to Parashurama, now you can ask any benedictions you want. И затем отец Парашурамы говорит, теперь проси любое благословение. He said, all right, I want that my mother and my brothers will come back to life and that they won't remember anything that happened. И он сказал, хорошо, моя просьба такая, я хочу, чтобы мои братья и мать вернулись к жизни, и чтобы у них было стерто из памяти все то, что произошло. So this is an interesting pastime involving Parasurama. Of course, Parasurama's main lila was killing the Kshatriya generation 22 times. Очень интересная лила с участием Парашурамы. Конечно же, главная лила с его участием – это уничтожение кшатриев, когда он стирал их с лица земли 22 раза. The Kshatriyas were overburdening the planet, so Lord Parashuram set about killing them all. And at that time, many of them fled to Europe. Кшатрии стали непомерным грузом для земли в то время, и Парашураме пришлось уничтожить их раз за разом, и многие из них убежали тогда в Европу. So here in the Narayana Kavacha, the prayer is, may Lord Parasuram protect me on the top of mountains. Здесь в мантре Нарайана Кавачи говорится о том, что на вершинах гор да пребуду я под защитой Господа Парашурамы. Of course, you get to the top of a mountain, it can be very dangerous. There's going to be strong winds there. There may also be very fierce wild animals. We don't know what dangers may be there. Конечно же, поднявшись на вершину горы, нас подстерегает множество опасностей. Там очень сильные ветра, там могут быть дикие животные. So we should take shelter of Lord Parasuram in that particular situation, pray to him to protect us. Поэтому именно в подобных конкретных ситуациях стоит помолиться и попросить прибежище у Господа Парашурамы. And then the final statement of this verse is in relation to Lord Ramachandra, who is described as the elder brother of Bharat. И затем последнее утверждение в этом стихе описывает Господа Рамачандру, старшего брата Бхараты. And Lord Ramachandra, he's always in the company of his other younger brother, Lakshmana. And the prayer is that may Lord Ramachandra, along with his brother Lakshman, protect me in foreign countries.
И Господь Рамачандра всегда находится вместе со своим младшим братом Лакшманой. И здесь говорится о том, что пусть Господь Рамачандра вместе со своим братом Лакшманой всегда хранят меня в чужих краях. So Lord Ramachandra, there were four brothers, all sons of Maharaj Dasarath. Maharaj Dasarath had three wives, and Ramachandra was the eldest son, and then there was also Bharat, who was the son of Kaikeya, and then there was Lakshman and Shatrughna, and they were sons of Sumitra. Господь Рамачандра, у него было четыре братьев, они все являются сыновьями Дашаратры, Махараджи Дашаратры, у которого было три жены, и Рамачандра является старшим сыном. Затем Бхарат, сын Кайкеи, и Лакшман, и еще один сын. Шатругна является сыновьями Сумитры. Yes, right. Right. Three wives. Гошалья, Кайкея, Сумитра. Это три жены. So Bharat was the son of Кайкея, and Лакшман, Шатругна, they were sons of Sumitra. Bharat был сыном Кайкея, Шатругна и Лакшман были сыновьями Сумитры. So Лакшман was always serving Lord Rama. Wherever Lord Rama went, he would serve him. And Shatrughna, he was always with Bharat. Лакшман всегда служил Господу Раме, куда бы тот ни отправлялся. Шатрughna всегда служил. And Shatrughna would serve to Bharat. Всегда служил Бхарате. So the prayer is to Lord Rama and Lakshman that they will protect us in foreign countries, because Lord Ram and Lakshman, of course, they'd gone to the forest for 14 years. When Lord Rama was exiled to the forest for 14 years, Lakshman wanted to go with them. And then Mother Sita also went with them, of course. И молитва звучит, в этой молитве мы обращаемся к Господу Раме и Лакшману с тем, чтобы они защитили нас в чужих краях, поскольку именно Господь Рамачандра вместе с Лакшманом, когда их изгнали, когда Господа Рамачандру изгнали в лес на 14 лет, Лакшман отправился вместе с ним, и также матушка Сита отправилась вместе с ним. So, Lord Rama and Lakshman had been living in Ayodhya, in the palace in Ayodhya with their father Dasarath, but then they were exiled, they went into exile for 14 years, and they took on the dress of ascetics. They wore dress of tree bark, and they went into the forest, armed with their bow, of course, they carried the bow, and they went into the forest where there were many dangers. Господь Рамачандра и Лакшман жили в Айодхе, во дворце своего отца Дашаратхи. Когда их отправили в изгнание, его отправили в изгнание на 14 лет, они находились в этом лесу в течение 14 лет, были одеты в кору из дерева, при них были их луки, то есть они находились в лесу, полном множества опасностей. Lord Rama entering into the forest for 14 years was actually the arrangement of the great sages, that they desired that Lord Rama would go into the forest because there were so many demons, and they wanted Lord Rama to rid the earth of all of these different demons, particularly the biggest demon named Ravana. Господь Рамачандра отправился в лес в результате изгнания на 14 лет, и это произошло в результате, это было по плану святых людей, которые сделали это с намерением специально, поскольку тогда земля находилась под гнетом множества демонов, и нужно было освободить ее от них, особенно от самого главного демона Раваны. Ravan had done austerities and he'd got blessings from Lord Shiva that nobody could kill him. No demigods, beings from higher planets could kill him. This Ravan was so proud, he did not ask for any benediction to protect him from ordinary people.
because he thought ordinary people, they can't harm me. So that was his defect. Равана совершал суровые аскезы и в результате получил благословение от Господа Шивы, благословение о том, что никакие полубоги, никакие существа из высших планет не могут причинить ему никакого вреда. И он возгордился настолько, что он не просил благословения о том, чтобы ему не причинил вред обыкновенный человек. Поэтому в этом и был его недостаток. This Ravan thought ordinary people, they'll never kill me. So he didn't ask for any protection from the ordinary people. Therefore, Lord Rama comes in the human form, which is just perfect, so that he can kill this demon Ravan. Раван не считал, что обыкновенный человек может уничтожить его, поэтому он не просил защиты от обыкновенных людей. Именно поэтому Господь Рамачандра является в этой совершенной для того случая форме, форме человека. So you go into foreign countries, there's always dangers there. We don't know the culture, we don't know the language, we're not so familiar, we don't have so many friends and so on. Certainly there are many dangers. And Srila Prabhupada took that risk going to America at the age of 70. В чужих краях, в других странах тоже подстерегает множество опасностей, поскольку мы не знаем языка, мы не знаем местной культуры, у нас нет особо друзей и знакомых. То есть множество опасностей. Шрила Прабхупада в свое время, будучи в возрасте 70 лет, принимает на себя этот риск и едет в Америку. We can just imagine how difficult it is, you know, to go to a country where you don't know anybody. And just like myself, you know, if I was come to Russia, not knowing the language and not knowing the people and the customs and so on, very, very difficult and very dangerous also. Можно только себе представить, как трудно в той ситуации было Шриле Прабхупаде попасть в ту страну, в которой он не знал никого. Например, я, когда представляю себя в таком положении, я бы вот отправился, например, в Россию, туда, где я не знаю ни языка, ни людей, ни местных традиций. Было бы очень сложно и очень опасно. Fortunately, we have the association of devotees nowadays that, you know, when we go to foreign countries, we usually go to countries where there is some association of devotees and we take the shelter of the devotees. So that's very mercy. That is the mercy that we do have some association. But Srila Prabhupada didn't have that. He went to the West when there was nothing. Hardly he knew anyone. He knew that, of course, well, he knew one family, Butler, Pennsylvania, the Agarwal family. He stayed with them for some time. Then he knew also Dr. Mishra, who had a yoga studio, and he stayed with him for a little while. But then he left them and he went on his own into downtown New York, where there was a lot of young people and where it was a very different environment from anything Prabhupada had ever seen before. К счастью, у нас с вами есть общение преданных. И куда бы мы с вами ни отправились, в какую бы страну ни поехали, мы можем принять прибежище у преданных. И в этом заключается милость Господа, то, что у нас всегда есть возможность общения с преданными. У Шрилы Прабхупады в свое время этого не было, когда он поехал на Запад. У него ничего там не было. Едва ли он знал кого-то. Была там одна семья в Пенсильвании, с которой он провел какое-то время. Затем доктор Мишра, владелец йога-студии, с которым он также провел какое-то время. Но он покинул и тех, и отправился в одиночку в даунтаун Нью-Йорка, где было очень множество молодежи, много молодежи, и совсем абсолютно другая атмосфера, к которой он не привык. So in the upper part of New York, you had people like Krishnamurti living, and he had nice French furniture and, you know, very comfortable, opulent surroundings. But in the lower east side, where Prabhupada moved to, it was a very different scene. There were all kinds of people. There was, you know, it was the days of the hippie movement.
And of course, Vietnam War was going on, and people didn't want to go to Vietnam, and they were protesting about that. And then were drugs and so many terrible vices. Если бы он отправился в верхнюю часть Нью-Йорка, то там была бы совсем другая картина. Там живут процветающие люди, богатые, состоятельные. Тогда как в нижней, восточной части Нью-Йорка совсем другая картина. В те дни очень много было хиппи, в те дни происходила Вьетнамская война. Очень много людей не хотело идти участвовать в этой войне. Были протестующие, наркотики и очень много ужасных пороков. Шрила Прабхупада described that when he would come out of the door of the place where he was living, he would often have to step over the bodies of people as they lay on the ground drunk. Шрила Прабхупада описывал картину того времени, когда он выходил с порога своего дома и прямо на пороге видел, ему приходилось перешагивать через тела людей, которые валялись там пьяные. So Prabhupada had come from India. And coming into the Lower East Side, New York, in the 1960s, certainly a very big transformation, very big change, and many dangers. And one of the dangers, Prabhupada at one point was living with a young man who was a drug addict, and he took drugs and went hysterical one day. Шрила Прабхупада, представьте, он приехал из Индии в этот Лоу-Сайд Нью-Йорк, в нижнюю часть Нью-Йорка в 60-х годах, и это была огромная трансформация, огромная перемена, полная опасностей. Однажды Шрила Прабхупада, когда он жил с молодым парнем, он был зависим от наркотиков, и однажды, приняв слишком большую дозу, у него началась истерика у этого парня. So... Living, going to foreign countries, certainly a big risk, many dangers. And it said, actually, I heard that when you go and travel and preach, if you go to foreign countries, you get more mercy by going to preach in foreign countries. На чужбине всегда подстерегает больше рисков и больше опасностей. Я лично слышал о том, что если вы отправляетесь на чужбину проповедовать, то вас ждет больше милости. Of course, there are more dangers, it's a bigger risk, but Krishna appreciates that devotee who takes the risks to try to distribute the message of Krishna. Конечно же, и опасности больше подстерегает на чужбине, и более высок риск, но Кришна очень признателен такому преданному, который готов идти на такой риск в попытке распространить послание Кришны. So this Narayana Kavacha mantra, the shield, this is given here in the Srimad Bhagavatam to the demigods that it can protect them. Well, every day we put on something like a shield of a mantra over our body when we put on tilak. The tilak itself, marking our body with sacred tilak, is like a kavacha, it's like a shield which protects us. Итак, мантра Нрисимха Кавача приводится здесь, Шримад Бхагаватам. Она дается полубогам для их защиты. И мы, будучи преданными, мы каждый день наносим на свое тело тилаку, который является священную тилаку, которая является знаком защиты, щитом. When we put on the tilak, we mark the body on 13 places. Sometimes devotees become lazy and they just put it on their forehead where people notice and they don't mark the other parts of their body. That's not correct. То есть мы наносим тилаку и отмечаем тилакой 13 мест на своем теле. Некоторые преданные ленятся и не отмечают тилакой свое тело, а ставят тилаку исключительно на лоб, чтобы преданные видели. Это неправильно. And of course, when we put on the tilak, we have to also chant the holy names of the Lord, who is residing in these different temples on our body. Конечно, когда мы наносим тилаки, нужно воспевать и святые имена, повторять святые имена Господа, который пребывает в 13 местах нашего тела, в храмах нашего тела. Lord Chaitanya used to be very strict about this. If his students ever came to his class without tilak on,
He would send them home, go home and put tilak on. Господь Чайтанья был очень строг по поводу этого. Когда какой-либо из его учеников появлялся на классе Шримад-Бхагаватам без тилаки, он отправлял их домой, говорил, иди домой и поставь тилаку. He said, Lord Chaitanya would say, the forehead without tilak is like a graveyard. Он говорил, что лоб без тилаки подобен могильной плите. So we want to be conscious in everything we do, that in Krishna consciousness, these are not just dried rituals or meaningless rituals, but everything we do has great deep spiritual significance. It's meant for our purification, and it will also protect us from inauspiciousness. Поэтому в нашем сознании Кришны мы должны быть исключительно сознательны, потому что сознание Кришны — это не что-то сухое, наполненное сухими ритуалами, без какого-либо смысла. Это практика, наполненная глубокими духовным значением, поэтому мы должны принимать это для собственного очищения и защиты от всего неблагоприятного. Okay, Hare Krishna. We'll stop. Ask if there's any questions. Остановимся здесь. Есть ли вопросы? Hare Krishna. Спасибо. Сейчас мы сделаем короткое объявление, потом перейдем к вопросам-ответам. Thank you so much. A quick announcement first. Hare Krishna, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Те, кто смотрит нас в Zoom, пожалуйста, нажимайте кнопку «Поднять руку», мы включим вам микрофон, дадим возможность задать вопрос в прямом эфире. Hare Krishna, dear devotees, please accept my obeisances. Those who watch us via Zoom, please raise your hands and we will unmute you to ask your questions. Преданные, которые смотрят нас на YouTube, могут направлять свои вопросы в нашу службу поддержки asiavairagi.info, ссылка на сайт в описании под видео. Those who watch us on YouTube, please forward your questions by following the link under the video asiavairagi.info. Также вы можете сделать пожертвование Махараджу. Для этого пишите в нашу службу поддержки asiavairagi.info по ссылке под видео. Мы дадим вам реквизиты, как это можно сделать. Those who are willing to make donations to our Maharaj, please feel free to use the same link and send your inquiry to our support services, and we will provide you with the instructions how to do that. Пожалуйста, Матаджи Ювати, Сачи, Девидаси. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All Gurus to Shiva Prabhupada. The most complete incarnations of the Supreme Personality of Godhead are believed to be Lord Krishna, Lord Ramachandra, and Lord Nisimhadev. The most complete incarnation is Krishna, followed by Ramachandra and Nrisimhadev, respectively. Could you tell us how they differ in the sense of this completeness? Thank you. Hare Krishna, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Самое полное воплощение Господа — это Господь Кришна, Господь Рамачандра и Господь Нрисимхадев. Не могли бы вы пояснить, в чем их отличие именно в контексте полноты этого воплощения Господа? Спасибо. Yes, well, for example, in Ras, we see Lord Krishna, he enjoys all five different rasas with the devotees. But Lord Ramachandra, he is known as Maryada Avatar. He follows the etiquette very perfectly. But Lord Ramachandra is a king. And we see, for example, Hanuman bowing to him. Hanuman's bowing with arms folded, waiting for service. So generally, the devotees of Lord Ramachandra, they're all in, they cannot enjoy Sakya Ras with Lord Ramachandra. If the king comes, you cannot just walk up and embrace him like he's your friend. Rather, we have to give respect and honor to him.
So this is the difference between Lord Krishna and Lord Rama, that Lord Rama is worshipped more with awe and veneration. So his place... Translation, Maharaj. Is it... She's very competent. К примеру, если мы посмотрим с точки зрения рас, то Господь Кришна, он наслаждается всеми пятью расами, тогда как Господь Рамачандра, он Марьяда Аватара. И когда его преданные следуют очень тщательно этикету, обращаясь, общаясь с ним. Например, Хануман, когда он подходит к Господу Рамачандре, он предлагает ему свои поклоны со сложенными ладонями, он ждет служения от него. То есть преданные Господа Рамачандры не могут себе позволить сакхья проявления, сакхья расы. Они не могут подойти и обнять царя, поскольку это царь, и там есть свой этикет. Они должны... Там больше уважения присутствует, почтения. В этом разница между Господом Кришной и Господом Рамачандрой. То, что в Господе Рамачандре к нему относятся с большим почтением и благоговением. You have a good memory. I'm writing, I'm making notes. It's not my memory, I have a bad memory. Okay, so Lord Ramachandra, his rasas are very limited. We don't hear about Lord Rama enjoying Madhurya Ras with many ladies. Lord Ramachandra had only one wife. Господь Рамачандра, его расы ограничены. Это он проявление Мадхурья расы. С точки зрения Мадхурья расы, он не может наслаждаться этой расой с множеством женщин. У него есть всего лишь одна жена. But Lord Krishna enjoys all these different rasas with his devotees. Тогда как Господь Кришна наслаждается всеми разнообразными расами со своими преданными. And Lord Nrisingadev, well, Lord Nrisingadev, half lion, half man. What kind of rasa can Lord Nrisingadev have? He had a little bit of Vatsalya ras with Prahlad Maharaj. Господь Нрисимхадев, получеловек, полулев. Какого рода расу он какого рода расой он обладает? Немного Vatsalya расы он проявляет по отношению к Прахладе Махараджу. We know after Lord Nrisingadev killed Prahlad's father, then Lord Nrisingadev, he had so much love for Prahlad Maharaj that he brought Prahlad and he put Prahlad on his lap and he enjoyed that little bit of parental rasa with Prahlad Maharaj. После того, как Господь Нрисимхадева убил отца Прахлад Махараджа, он испытал огромную любовь к Прахладе, настолько огромную, что взял Прахлад Махараджа, посадил его на свои колени и чувствовал, наслаждался вот этой своего рода родительской любовью. So we see that the rasa, which is enjoyed by these other forms of the Lord, is very different, but Krishna enjoys all these different rasas. То есть мы видим, что все воплощения Господа испытывают различные вкусы, различные расы, тогда как Кришна испытывает все. We see also in Nectar of Devotion, Rupa Goswami has listed 64 different qualities of Lord Krishna. В Нектаре преданности Рупа Госвами перечисляет 64 качества Господа. So of these 64 qualities, it is said Lord Vishnu, he can only have 60 out of the 64. Из 64 Господь Вишну обладает 60 качествами. So Lord Ramachandra and Lord Nrisingadev, they come in that category of Lord Vishnu, that there are four qualities which are unique to Lord Krishna. То есть Господь Рамачандра и Господь Нрисимхадев, они попадают именно под эту категорию, под категорию Господа Вишны, тогда как Господь Кришна обладает также и оставшимися четырьмя качествами, уникальными. The four qualities we will explain. One of them is that his flute playing attracts living entities all over the creation. Эти четыре уникальных качества — это то, что флейта Кришны своими звуками привлекает все живые существа всего творения. And then his pastimes are
all attractive and pleasing to everyone. Его деяния все привлекающие и все радующие, предоставляют радость всем. That he possesses very exquisite beauty. Он обладатель невероятной красоты. And he is always surrounded with his loving devotees. И он всегда окружен своими любящими преданными. They're described Venu Madhurya, Lila Madhurya, Rupa Madhurya, and Prema Madhurya. Эти качества описываются как Вену Мадхурья, Лила Мадхурья, Рупа Мадхурья и Према Мадхурья. So these are the four special qualities found only in Lord Krishna and not in Lord Rama or Lord Nrisingadev. То есть это четыре expansion. Эти четыре особых качества, которые присущи исключительно Господу Кришне, их нельзя найти ни в Господе Раме, ни в Господе Нрисимхадеве, ни в каких других воплощениях. Okay. Yes. Next question. Следующий вопрос. Сегодня вы говорили вначале, что полубоги потерпели поражение от демонов, поскольку пренебрегли своим духовным учителем. Today in the beginning of the lecture you've mentioned that demigods were conquered by the demons because they offended their spiritual master, their guru. Можно ли сказать, что источником всех трудностей является отсутствие благосклонности наставников, или когда из нашей жизни уходит, нашу жизнь покидает гуру или джагат-гуру Кришна в форме его наставления, когда мы пренебрегаем, или его представители пренебрегаем, представителями? Can we interpret this situation as the source of all troubles and tribulation is the fact that some spiritual master or jagat guru in the form of Krishna's instructions leave our life? Well, certainly, if we're in that position and if we're so unfortunate that the spiritual teacher leaves our life, certainly it will not be auspicious, it will not be good for us. Определенно, конечно, если мы попали в такую несчастную ситуацию, мы настолько несчастны и неудачливы, что духовный учитель покинул нас, то это, конечно же, очень неблагоприятно. If the spiritual teacher somehow has left our life, there must have been a good reason for it. There must have been that we have committed some offense or we've deviated in some way. And therefore, we've created inauspiciousness for our own self. Если гуру покидает нас, то должно быть на это есть веская причина. Должно быть, мы совершили какое-то серьезное оскорбление, либо допустили отклонение, и в связи с этим возникла эта неблагоприятная ситуация. We see the example in the Chaitanya Charitamrita. Miniketana Ramdas had come to the home of Krishna Das Kaviraj, where Krishna Das Kaviraj was living with his brother. Мы видим пример из Читания Чаритамриты, где Минакетена Рамадас. Минакетена Рамадас пришел в дом Кришна Дас Кавираджа Госвами, который жил со своим братом. So the brother of Krishna Das Kaviraj was not a devotee of, he did not have faith in Lord Nityananda. But this Miniketana Ramdas, he was a disciple of Nityananda. He was in the mood of Lord Nityananda. Брат Кришнадас Кавираджа Госвами не имел веры в Господа Нитянанду, тогда как Миникетана Дас был учеником Господа Нитянанды и находился в умонастроении Господа Нитянанды. So there was some problem between the two, because the brother did not have any respect for Lord Nityananda. He did not have respect for the devotees of Lord Nityananda. And so Miniketana Ramdas described that, he said, here is the second Dromaharshan. И то есть возникла проблема между этими двумя преданными людьми, поскольку этот брат Кришнадас Кавираджа Госвами не проявлял уважения ни к Господу Нитянанде, ни к ученикам Господа Нитянанды. И Миникетана Дас
назвал этого брата вторым Рамахаршаной. Рамахаршан, of course, had disrespected Lord Balaram when Lord Balaram came into the forest of Naimasharanya. Рамахаршан did not give respect to Lord Balaram, and Lord Balaram killed him. Рамахаршан не выразил почтения Господу Балараме, когда тот пришел в лес на Имишаране, и за это Рамахаршана понес наказание, он был убит Господом Баларамой. So Miniketana Ramdas, he broke his flute in disgust and he left that house. И Миниketana сломал свою флейту с отвращением и покинул этот дом. So Krishnadas Kaviraj chastised his brother and told him, he said, this is very bad, this is very inauspicious for you, your life is ruined, you've offended a great devotee. Кришнадас Кавирадж Госвами отчитал своего брата, он сказал, это очень плохо то, что ты сделал, очень неблагоприятно для тебя, буквально ты разрушил всю свою духовную жизнь, совершив это оскорбление, совершив подобное оскорбление. And in that night, that very night, Lord Nityananda appeared in the dream of Krishnadas Kaviraj and told him to leave the house and get out from there to go to Vrindavan. И в эту ночь Господь Нитянанда явился во сне Кришнадас Кавирадж Госвами и попросил его и сказал ему покинуть этот дом и отправиться во Вриндаван. And so he did that. He didn't wait for the sun to rise even. He immediately woke up and left the house. He went to Vrindavan and he ended up writing Chaitanya Charitamrita. И он так и сделал. Буквально он даже не дождался восхода солнца. Он проснулся и покинул дом, отправился во Вриндаван, где написал Чайтанья Чаритамриту. So Krishnadas Kaviraj saved himself from the inauspiciousness of being in the association of his own brother, who was offensive to the devotees. То есть таким образом Кришнадас Кавирадж Госвами спас себя от всего неблагоприятного, которое могло бы ждать его, если бы он продолжал общение со своим братом, который оскорбил преданного. Кришнадас Кавирадж told his brother to have respect for Lord Chaitanya and to be disrespectful to Lord Nityananda is like the philosophy of half a hen, that the front part of the hen eats the food and the back part lays the eggs. So the foolish man may think, oh, I'll cut off the front part because it costs me money, I have to feed it. I will just keep the back part. Если бы Кришнадас Кавирадж бы с вами сказал своему брату, что поклоняйся Господу Чайтанье и не поклоняйся Господу Нитянанде, то это было бы подобно философии половинчатой курицы. Согласно этой философии, если передняя часть курицы ест еду, а задняя часть дает, несет яйца, то тогда логично было бы избавиться от передней части курицы, поскольку она не приносит никакого дохода. So you cannot have the front, you cannot have the back part without the front part. In the same way, he was telling him, you cannot worship Lord Chaitanya and not have Lord Nityananda. Lord Nityananda is the very dear associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu. То есть, поэтому невозможно оставить заднюю часть курицы без передней. Одно без другого не может. И аналогично, мы не можем поклоняться Господу Чайтанье без Господа Нитянанды, который является очень дорогим, сокровенным спутником Господа Чайтанья. And Lord Nityananda is none different from Lord Balaram, who is the original spiritual master. Господь Нитянанда, кроме того, не отличен от Господа Баларамы, который является изначальным духовным учителем. So, the spiritual master is the servitor personality of Godhead. We have to respect the spiritual teachers. Духовный учитель – непосредственный слуга Господа Кришны, и нам необходимо уважать слуг духовного Господа. There was an interesting pastime took place. One devotee's mother came and she saw the devotees offering Guru Puja to Prabhupada. So when she met Prabhupada, she said, I see your disciples worship you.
Однажды интересная лила развернулась, когда мать одного преданного, ученика Шрилы Прабхупады, приехала и увидела, что Шриле Прабхупаде проводят гуру пуджу. Она сказала позже Шриле Прабхупаде: «Вам поклоняются?» And Prabhupada said to her, said, yes, and I also worship my spiritual master. Шрила Прабхупада ответил ей: да, мне поклоняются, а я в свою очередь поклоняюсь своему духовному учителю. So it's not that the spiritual master only receives worship, he also worships his spiritual master. То есть не то, чтобы духовный учитель исключительно получает поклонение в свой адрес, он также поклоняется и своему духовному учителю. Go ahead. Next question. Следующий вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, Александр. Хари Кришна. Слышно меня? Да. Ваше святейшество, вы упомянули о Второй мировой войне. Что-то я запутался. Может быть, я не так понял, что-то. Шрила Прабхупада, кажется, говорили. Под стол еще ребенком. Это был Первая мировая война. Ну, там был 14-й год. Ну, там Прабхупада в 96-м году родился. Может быть, я что-то не так понял. Hare Krishna, Your Holiness, could you please clarify? You've mentioned that Srila Prabhupada was sitting under the table as a child during Second World War, or was it the First World War? It was 1914, I guess. Right? Yeah, maybe I must be wrong. It must be because Prabhupada's birth was 1896, so it must have been First World War, yes. Да, поскольку Шрила Прабхупада родился в 96-м, это Первая мировая война была. Yeah. Thank you. Спасибо. Right. Спасибо. Пожалуйста, Браджамани Прабху. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Ну, у меня два вопроса, не знаю, могу я их два задать. Хорошо, тогда задам первый вопрос. Вы говорили сегодня о защите Господа. И в первой песне, по-моему, в главе «Уход Бхишмадевы», где Бхишмадева говорит, что преданные могут иметь защиту от брахманов, Господа и религии. То есть вот три направления, как преданные могут иметь защиту. Я хочу прочитать из пятой песни, 18 главе, третий текст. То есть вот мы непосредственно имеем защиту от Прабхупады. То есть действие в комментариях Прабхупады – это руководство к нашему действию. Hare Krishna, please accept my obeisances. I've got two questions, but I will start with the first one. You've mentioned, you've been talking about the protection from the Lord today. And in the first canto, where the disappearance of Bhishmadeva is described, it is described that devotees may have protection from brahmanas, from Lord himself, and from religion. So we have three sources of protection. And I would like to give a quotation from the fifth canto, 18th chapter, third text, which mentions that we have protection from Srila Prabhupada as well. Итак, я прочитаю часть из комментария, пятая песня, 18 глава, третий текст. Шрила Вишванатха Чакравати Тхакур отмечает, что в других частях Вселенной и других планетных системах, в частности на Сварголоке, дети никогда не умирают раньше своих родителей. И вот здесь вот сейчас, внимание, тут будет вопрос. Однако здесь на Земле сын нередко умирает раньше отца, и материалистичный отец с радостью завладевает его имуществом. То есть получается, если, не дай бог, ну, у многих из нас есть дети, и если ребенок умрет раньше, ну, авария там или еще что-нибудь, болезнь какая-то, то если родители преданные завладеют имуществом сына, получается, ну, они материалистичные.
So the fifth canto, 18th chapter, text 3, Srila Prabhupada is saying in his commentary that Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur is saying that in other parts of this universe, on Svargaloka, for example, children would never die before their parents. However, here on the earth, a son may live before his dad or his parents, and materialistic father would take possession of all property that his son had. So we also do have our kids, and if our kid, for example, due to some car crash or some illness, disease, would leave before his parents, and if parents take possession of his belongings, would that mean that these parents are materialistic? Oh. No, I don't think so. I wouldn't think necessarily implies that they're materialistic. But we could understand that whatever there is belongs to Krishna, and we use it for Krishna's service. If they use it for their own sense gratification, then it's materialism. But if they use it for the service of Krishna, then it's not. Нет, я не думаю, что это нужно понимать, что это, эти слова подразумевают, что такие родители материалистичны. Нужно понимать это так, что все принадлежит Кришне, поэтому все должно использоваться для служения Кришне. Если же что-либо используется для чувственных наслаждений, это и есть проявление материализма. Но если для служения Кришне, то это нормально. Спасибо. Thank you. Ну... Можно ли второй вопрос задать Карабаджану Прабу? Карабаджану Прабу, may I ask a second question? Хорошо, задавайте. All right, do please. Мы сейчас видим, что во всех странах, по всей планете очень активно распространяется сознание Кришны, и во многих странах появляется много преданных. И вот ситуации вы сегодня упомянули также, ну, о защите, и вот ситуация в Украине. И, может быть, такого еще нету, но не дай бог, вдруг будет, две страны будут воевать между собой, и на обоих сторонах волей-неволей вдруг столкнут власти преданных, то есть заберут мужчин в армию и вперед дадут им автоматы, идите, и там также будет. То есть, ну, как в этом случае преданным поступать? То есть, если нарушат законы страны, то их посадят в тюрьму или еще что-нибудь по законам военного времени. То есть, получается, преданных много, власти между собой враждуют. И как быть, если преданных будут призывать в армию и друг против друга? We see that today Krishna consciousness movement is spreading rapidly throughout the world. And you've mentioned today about Lord's protection, and you've mentioned about the situation in Ukraine. And I'm not saying that this is happening, but however, if two countries are involved into the military activities and devotees willingly and unwillingly would be involved into those military activities as well, what should devotees do? If they refuse to go and participate in a war, they would violate the national legislation and will get into prison. If they, what should they do? Yeah, well, what did people do in America, in the USA during the time of the Vietnam War? When they would be called to go for the military, they would often they would understand that the person had some other religious belief. For example, one of the devotees went when he was going to be taken to the military. He wore a Jagannath around his neck. He wore a little wooden Jagannath around his neck, and so they asked him, "What is that around your neck?" So he told them, "This is God." And so when they told him like that, they thought he's mad. So they thought, well, we can't send mad people to the war. So they, you know, they just sent him away. They said, you're no good for military.
В Америке, например, население во время Вьетнамской войны, что они делали, некоторые из них, когда их призывали в армию, многие из них, поскольку из своих религиозных убеждений, могли такие вещи делать. Например, один преданный пришел, его призвали в армию, а он носил Господа Джаганатха, деревянное божество Господа Джаганатхи, вокруг своей шеи. Когда у него там спросили, это что такое, он сказал, это Бог. И они, конечно же, сделали вывод, что он сумасшедший, не будем его отправлять на войну. Many times the devotees, they would just disappear, they would go somewhere and hide, they'd go into the forest, into the woods, just to be away from everything, so they didn't have to go to the war. Часто преданные просто сбегали, убегали, прятались где-то, прятались в лесах для того, чтобы просто оставаться в стороне от войны. Ваше святейшество, еще мы можем продолжать или можем остановиться на этом? Потому что я вижу, что вы немножко уставший. Your Holiness, can we continue or should we stop here? Because as far as I understand, you're a bit tired, maybe. No, I'm okay. If there's more questions, if there are more questions, we should answer the questions. Нет, я в порядке. Если есть вопросы. Two more questions. Мы еще пару вопросов. Предыдущему вопросу, Браджамани Прабу, я вчера буквально слышал из уст преданных из Украины, что у них есть альтернатива, если призовут преданных взять в руки ружья, на основе законов, как принадлежащие к определенной религиозному течению, они имеют пользоваться правом альтернативной службы. Так и в России. Yesterday, devotees from Ukraine shared with me that if they are called for the war, since they belong to a religious movement, they have a right to go to alternative, so-called alternative service, military service. Это означает, The same is true about Russia. Да, это означает, что в тылу они могут служить. Даже если передовой, то в руки не будет брать оружие, это означает какое-то другое. Но это, конечно, в любом случае, это печально. So that means that they will not go to the forefront of the military activities, they will not take any guns in their hands, they will not use it, however, in any situation, this is a sad, unfortunate situation in any case. Пожалуйста, Навакишори. Хари Кришна, мои поклоны, дорогие преданные, Бхакти Вигнаша, Вигьяна Нарасимха Махарадж, мои нижайшие поклоны вам. Вот. И знаете, вот мы читаем Бхагавад-гиту, ну, книги Шрилы Прабхупады читаем, и вот вопрос задали преданные, но вообще-то я вот этот вопрос даже не заметила, а вот Амарвати, она такая внимательная, и она вот задает вопрос. Вот это Бхагавад-гита, это 15 глава, 7 это текст. Живые существа отделенные экспансии, а Шива и Брахма, даже Вишну, являются неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога. Шрила Прабхупада в комментарии пишет. Вот правильно ли я поняла, что это вот отделенные они, потому что они были обусловлены, а неотъемлемые, потому что они преданные? Или другой ответ. Хари Кришна, мои поклоны. Хари Кришна, please accept my most humble obeisances, dear Bhakti Vignanashan Simha Maharaj. The question is, according to Bhagavad Gita, 15th chapter, 7th text, living entities are referred to the separated expansions, individual separated expansions of the God, while Vishnu, Shiva, well, Shiva, for example, is a part and parcel of the Lord. Does it mean that ordinary living entities are separated because they are conditioned? Well, I'm not in full agreement with everything which is being said here, because in the 7th chapter of Bhagavad Gita, Krishna describes
earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego, altogether these eight comprise my separated material energy. So the separated material energy is the elements of the material nature. But the living entities are described as my parts and parcels, Mami Vamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, that they're eternally part and parcel of the Lord. Я не совсем согласен с тем, что вы говорите. Например, в 7 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о том, что земля, вода, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго — все это представляет собой отделенные частицы материальной энергии. То есть это элементы материи, материальной природы, они отделенные, тогда как живое существо является неотъемлемой, вечной частицей Господа. Yeah, Brahma is a living entity, it's a jiva. You know, sometimes we also take the position of Brahma. Брама — это живое существо, это джива, и иногда мы тоже занимаем положение Брамы. Lord Shiva is a little different. Lord Shiva is on a higher level. He's almost like God himself. Господь Шива несколько отличается в этом отношении. Он занимает более возвышенное положение, практически как Господь сам. But Lord Brahma and other devas, the demigods, you know, they're all jivas, and we all take these different positions in the material world, and they're all parts and parcels of the Supreme Lord eternally. Тогда как Господь Брама и другие полубоги являются дживами, так же как и мы, и они можем занимать разные положения в этом материальном мире, являясь неотъемлемыми и вечными частицами Господа. А здесь тогда почему это Шрила Прабхупада же пишет, вот он говорит, что они, вот живые существа, они отделенные экспансии, а Шива и Брама, и даже Вишну, и тогда отпечатка у нас выходит, да, неотъемлемыми частицами. Это вот, посмотрите, там есть что-то. Может говорить. Быть, перевод нужно проверить как-то в английском языке. Шрила Прабхупада in the purport saying that Shiva, Brahma and even Vishnu are parts and parcel of the Lord himself, while living entities, jivas, are separated. Probably there is some mistake in the translation, misinterpretation maybe. We should double check with the English. Yeah, where is she saying this? Which is seventh chapter? It's seventh chapter. Yeah. Какая это глава? Это 15 глава, 15 глава, 7 стих. 15 chapter. Text. Yes. Ага, Бхагавад-гита, ага. 15 глава, 7 текст. 15:7. Yes. Угу, 7 стих. Вот эти навакишори, такие вопросы можно задавать русскоязычным бхакти-шастри. Мы могли бы ответить на эти вопросы. Ну, Амарвати просит ответ, а я что могу ей ответить? А я в затруднении. Я говорю, у нас есть спасительная Азия Вайраги. Хорошо. Спасибо, понял. Огромное. Mm-hmm. И тем более есть такие сведущие в писаниях люди. Oh, it's a big purport. Там большой комментарий. Where is it in the purport? Где именно там в комментарии? The second abstract, the beginning of the second abstract. Зачитай, может быть, Дамодара Приматаш. The living entities, not okay. Only him. Mm-hmm. Yeah, the living entities, not only human beings and the cats and dogs. But even the greater controllers of the material world, Brahma, Lord Shiva, and Lord Vishnu, are all parts and parcels of the Supreme Lord. They are all eternal, not temporary manifestations of the world. So he says that they are all living entities. Но в этом предложении говорится о том, что все живые существа, все. Являются неотъемлемыми частицами. The conditioned soul is bound as though shackled by the iron chains, was bound up by the false ego.
And the mind, which brings him material existence. Обусловленная душа, словно закована в железные кандалы своего ложного эго. But it's saying that the living entities and Lord Vishnu and Shiva and Brahma, they're all living entities. Но здесь в этом предложении говорится, что все живые существа. And they're all parts and parcels of the Supreme Lord. Брама, Господь Шива и даже Вишну являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Right? Так ведь? It's the first sentence. Это первое предложение второго абзаца. Next question. Хари Кришна. Гуру Махарадж, собравшиеся преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Все славы Шри Прабхупаде. У меня такой вопрос. Когда ты начинаешь открыто показывать свою привязанность к Кришне, ну, в плане соцсети, проповедь, на Санкиртану выходишь, у нас маленький городок, тилок уставишь, и круг общения, который у тебя был, понемножку начинают отваливаться люди. То есть они, ну, как сказать, ну, видно, напрягаю я их, и они не хотят общаться. И вот так же могут все отвернуться. И вот мой ум такой вот, он боится, испугался, что ли, что... Хотя я нахожу прибежище в общении с преданными, это нектар. Почему он тогда не привлекателен, Кришна, вот так, коль отворачивается? Ну, или я не привлекательна его как-то преподношу? Hare Krishna, dear Guru Maharaj, dear devotees, please accept my obeisances, all glory to Srila Prabhupada. The question is that when I started distributing Krishna consciousness openly in social networks, when I started putting tilak and wearing it openly, or when I started participating in Sankirtana, since our city, our town is quite small, all the people get to know about it, and the circle, my circle or my networks squeeze or get less and less people who want to associate with me, and my mind is anxious about it. I'm afraid that someday nobody, I will not have any association. And my question is why Krishna is not that attractive to all these people, or maybe why can't I present Krishna in an attractive way? Well, I don't think the problem is that Krishna is not attractive. I think the problem is that they're very much afraid, that they're very much attached to their sense gratification. And they know that if they get too close to you, that you may influence them to give up their sinful activities and to give up their sense gratification. Я не думаю, что проблема в том, что Кришна недостаточно привлекателен. Я думаю, что эти люди боятся или слишком привязаны к чувственным наслаждениям, и поэтому знают, что если приблизиться к вам слишком близко и продолжить свое общение с вами близко, они попадут под ваше влияние и отбросят все свои грехи. And Srila Prabhupada described that becoming a devotee, he compared it to something like getting married. You know, when you're single, you have friends, and you have your friends, your group of friends, and maybe they're all single and like that. But when you get married, then it's different. You get different friends. So similarly, when you become a devotee, and it's often like that, that the people who were your friends before, they decide, no, I don't want to be like her. I don't want to be like that. I don't want to be a devotee. So you may lose some friends, but you get other friends. You have to find the other people who are interested, who are serious to become devotees. Шрила Прабхупада описывает подобную ситуацию, говоря о том, что стать преданным — это все равно, что пожениться или выйти замуж. Когда ты холост, не женат, то у тебя есть определенный круг друзей. Но женившись, твой круг друзей меняется. Поэтому, когда ты становишься преданным, то часто те, кто раньше были твоими друзьями, перестают ими быть, потому что не хотят быть такими, как вы. Поэтому внешне это выглядит, как вы теряете своих друзей. Нужно найти новых, нужно найти других друзей, серьезных на этом пути. Еще вот такой момент, если ты, ну, это открыто, многие считают, они тоже верят в Бога, говорят, ты фанатеешь, ты просто фанатеешь, можно и не показывать это
в соцсетях там божества не выставляет, можно не идти с книжками, а просто верить. И вот этот вот, вот эти сомнения. Харе Кришна. Also, when I'm behaving in an open way, the people that I associate with, they say, you are too fanatical, you are being very fanatical, you shouldn't demonstrate your deities in the social media, you shouldn't demonstrate the books that you read, just have your faith internally, that's sufficient. So these people are also faithful. These people, they have faith. Yes, they also have faith. But their faith is in the books, not in the deities. Not quite. They don't want her to be that open, like openly demonstrate her attachment to God, to the spiritual practice, etc. Yes, well, sometimes it's like that. Some, you know, it's definitely difficult to know what is proper, you know. Some people will be attracted by the beauty of the deities and they will appreciate the devotion, but not everybody. It takes a special quality of a person to understand the mood and the devotion which goes into worshipping the deities. You know, ordinary people, conditioned souls, they don't have that vision, they can't understand. So sometimes it's said that don't show your beads to people and don't show your deities to people. You know, keep these things more confidential. Да, иногда это так, как ваши знакомые говорят, потому что сложно понять, как нужно вести себя в каждой ситуации. Поскольку красота божеств раскрывается не всем. Для того, чтобы оценить красоту божеств, например, нужно обладать особыми качествами, для того, чтобы оценить по достоинству умонастроение такого преданного, который поклоняется божествам, его преданность. Обыкновенные же обусловленные люди не обладают подобным видением. И поэтому говорится, что не всегда нужно и вообще не нужно показывать, например, свои четки и не показывать божества обыкновенным людям. So worshipping deities, it's a special, it's a very specialized part of devotional service, and not everyone is able to accept it. And so you can consider maybe not putting so many photos of your deities on the social media, but keeping it more personal, more for yourself, and more for the devotees. Rather than just for people who are not devotees, who can't understand deity worship, and people think you're worshiping idols, and they, you know, they have so many misconceptions about deity worship. So you might consider not putting your pictures of the deities there. It's sometimes, you know, there may be some truth in that matter. Поклонение божествам вообще само по себе особое действие в рамках преданного служения. Не все могут принять это так, не все могут это принять. Поэтому вам, может, стоит рассмотреть возможность того, что вы не будете выкладывать в соцсетях столько фотографий, изображений божеств, например, а пусть это останется как ваше что-то личное, сокровенное, то, с чем вы будете делиться исключительно с преданными, например, а не с теми, кто не понимает вот этой науки, искусства поклонения божествам, которые считают, что поклонение божествам — это идолопоклонничество и полны всяческих ложных предрассудков о поклонении божествам. То есть какое-то зерно истины в их словах есть. I remember in the ISKCON Disciple Course, there's even a statement that don't show your beads to people and don't show your deities and don't tell your guru to people also. Keep your guru confidential. You don't want to just broadcast my guru and like that, but keep these things more confidential. You know, they're more for our own self, not for
everyone, not to, you know, not to do a publicity campaign and make propaganda that I'm very pious, I'm very religious, and this is my guru. And, you know, sometimes these things can be kept more confidential. Помню, на курсе ученик ИСККОН есть такое утверждение, рекомендация, чтобы не показывать свои четки, не показывать свои божества и даже не говорить людям мгновенно, кто твой гуру. То есть не нужно рекламировать, демонстрировать подобного рода сокровенные, конфиденциальные вещи, оставить это для себя больше. Не то, что мы сейчас займемся пропагандой, я вот такой религиозный, благочестивый, вот это вот мой гуру и так далее. So particularly in your situation, living in a small town, everybody knows you, and so you have to be a little more sensitive of what they will tolerate and what they can appreciate. Поэтому в частности в вашей ситуации, поскольку вы живете в небольшом городе, вам нужно быть более чувствительной, проявлять большую чувствительность к таким вещам и проявлять большее терпение, терпеливость. А нет, нужно смотреть, что люди могут. Что могут вытерпеть, а что нет? Принять. Угу. Хорошо. Виктор, у нас больше вопросов нет, да, в YouTube, правильно? Да, Карабаджана Прабу. Спасибо. Огромное спасибо, Ваше Святейшество, за замечательную такую вот катху. Thank you, Your Holiness, for a wonderful katha. Еще раз мы хотим поблагодарить вас и также еще раз поздравить вас с Вьясапуджи, которая недавно прошла. Many, many thanks, and we would like to congratulate it once again with the Vyasapuja that you recently had. И мы отправили вам скромный подарок. Скоро он прибудет в Майяпур. От нашей редакции и от наших слушателей. We sent you a small gift from our Sangha and from our audience as well. На самом деле, вы столько проливаете на нас милость, и этот скромный подарок пусть будет нашим ответом на за вашу любовь, и это будет пусть проявлением нашей скромного ответа. Indeed, you are showing so much mercy upon our heads. Thank you so much for that. And that gift is a humble, very small kind of a response to the generous mercy that you are showing to us. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all. Thank you for your very kind translation, very expert translation. And thank you for the association. Спасибо вам за возможность общения с вами, за перевод. Please stay safe and hope to meet you again sometime. Пожалуйста, берегите себя. Надеюсь, увидимся с вами позже. We do hope to see you. Шратарат Шимад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Его Святейшество Бхакти Вигна Винаша Нарасингха Махараджа ки джай. Нитай Гуру Премананде. Хари Хари Кришна. Всем спасибо. Завтра у нас Шримад Бхагаватам продолжается. Дамодара Прия Матаджи, скажите, кто завтра читает лекцию? Сундар Гопал Прабу. Сундар Гопал Прабу. Сундар Гопал Прабу бессменный слуга Гирираджа Махараджа, Гауранитай, Вараха Нарсинга и Туласи Махарани. В Шри Бриндаван Дхам, Казахстан, Алматы. Харе Кришна.